что, бабушка? Пожалуйста. Килограммчик апельсинчиков, да? Да. Средненький. Средненький. В больницу, наверное? В больницу. Сейчас. Так, пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо, родной. Дай бог тебе здоровья. И вам, бабушка, здоровья, успехов и большого личного счастья. Спасибо. Вам что, девушка? Гостей жду, фрукты нужны. Гостей ждете, фрукты нужны, ага. Да? Сейчас что-нибудь придумаем. Виноград. Себе, наверное, кто-нибудь отложил. Ну, что? Вот он. Ну, этот ученик нас под монастырь подведет. Так, а сколько гостей ждете? Человек 7. Человек 7, да? Ты не нужна. Хорошо. Ты не нужна, ты не нужна. Кто-то припрятал. Ой. Опа. Красиво работает. 3 штучки лимончика. Да? Так. Спасибо, вот. Не знаю, как вас облагодарить. Что, какая благодарность? Это моя профессия, мой святой долг. Всего с вас 5,48. Хорошо. Пожалуйста. А что вы мне подмигиваете? Я от Ивана Ивановича за виноградом. От какого Ивана Ивановича? Что ты прикидываешься? От Ивана Ивановича. Вот, пожалуйста, в общую очередь у нас порядок для всех один. Красиво работает. Ну, талант. Будущее нашей профессии. Ну что, ставим отлично, да? Удовлетворительно. Почему? Поставим отлично, его к нам же и распределят.